Надеть маску, перчатки и разойтись друг от друга подальше. При виде мониторинговой группы продавцы и покупатели вмиг становятся добросовестными соблюдателями карантинного режима. В рейд по рынку Самал вышли глава Абайского района, санэпидемиологи и базаркомы. По словам представителей рынка, они заставляют людей надевать маски. Вот только те против. У нас нет полномочий штрафовать человека. Мы просим людей надевать маску на входе, даже выдаем, если их нет. Недавно мы женщину не пускали на базар, потому что она без маски хотела зайти, так как она на нас полицию вызвала, хотела пожаловаться, что мы превышаем полномочия, но без маски же запрещено ходить. Не могут повлиять на нарушителей и санэпидемиологи. По словам специалистов, они даже не наделены полномочиями выходить на проверку, если у них на руках нет заявления о нарушении. Мы не можем выйти на проверку без заявления. Если к нам обратятся с заявлением, что там-то нарушает карантинный режим, то только тогда мы сможем прийти и проверить. По словам главы Абайского района Бухарбая Парманова, в их районе уже оштрафовали 4 крупных рынка. Предприниматели не соблюдали карантинный режим и, как юрлица, выплатили в казну крупные штрафы. В нашем районе предпринимателям были выписаны 117 протоколов, взыскано 11 миллионов тенге. В их числе и 4 крупных базара. Каждый оштрафовали на сумму свыше 600 тысяч тенге. Сейчас мобильные группы, которые проводят разъяснительную работу, работают на рынках, в цонах и супермаркетах. Нужно, чтобы все соблюдали карантинный режим. Ответственность лежит на каждом. Только вот по словам продавцов, которые стоят на рынке с утра до вечера, носить маску каждый день – настоящее мучение. Жарко, душно и нечем дышать. Я сейчас сняла маску, потому что нечем дышать. Мы с утра до вечера здесь работаем. Целый день носим маски. Устали. Тем более, что людей не так много. Торговли почти нет. Специалисты говорят, если маску снимет каждый горожанин, то второй пик эпидемии для Шымкента будет не за горами. Опасный вирус не щадит ни молодых, ни взрослых. Мы много на улице не выходим, возраст такой, опасно. Но вот нужно выбраться на базар. Хотелось бы, конечно, чтобы все соблюдали режим. Только так мы сможем вернуться к обычной жизни, как было до карантина. Сейчас в стране выявлены 106 тысяч заболевших коронавирусом. С 1 августа больше 26 тысяч человек заболели пневмонией с признаками COVID-19. Анастасия Новикова, Амантай Ойельбеков, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании «Отрар».